Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как река Иордан повернула вспять. Река Иордан течет с гор и впадает в Геннесаретское море. Когда Иисус принял крещение и на Него сошел Дух Святой, воды Иордана пошли вспять. Это знамение с тех пор повторяется ежегодно. Верующие люди утверждают, что накануне крещения православные пускают по реке деревянные кресты с зажженными свечами. Река уносит их в Мертвое море, а 19 января приносит обратно. В этот же день обычно пресная вода Иордана становится соленой. Праздничное богослужение начинается в монастыре святого Иоанна Предтечи. Туда с раннего утра стекаются многочисленные паломники из разных стран и местные христиане. С нетерпением ожидая начала праздничной службы. Люди стремятся занять место поближе к деревянному помосту, сооруженному для предстоящего водоосвящения и удобства погружения креста в струи священной реки. Все ждут так называемого возмущения воды. Ширина Иордана в этом месте составляет всего несколько метров и до другого берега в буквальном смысле рукой подать. Течение в реке достаточно сильное, но она размерена и неспешно несет свои воды по направлению к Мертвому морю. Наконец раздается шум приближающейся процессии. Раз в год на праздник Крещения Господня Иерусалимский патриарх служит праздничный молебен на Иордане. Патриарх в сопровождении духовенства спускается к берегу для совершения чина великого освящения воды. При пении праздничного тропаря патриарх трижды погружает в воду Святой Крест. А в это время в воздух взмывают специально привезенные для церемонии белые голуби, символизирующие сошествие Святаго Духа. Как только после молитвы серебряные кресты с обоих берегов Иордана забрасываются в его спокойные воды. На глади реки появляется водоворот, и на несколько минут течение меняется. Над Иудейской пустыней разносится возглас восторга множества паломников. Трудно поверить своим глазам, как 2000 лет назад, после того, как Иисус Христос вошел в эти воды, Иордан снова изменяет свое течение. При виде этого чуда вспоминаются слова Псалтири Давидовой. «Что с тобою море, что ты побежала? И с тобою Иордан, что ты обратился назад?» Так очевидно и неоспоримо Господь являет людям свою силу и благодать. И вот уже 2000 лет люди приходят к берегам библейской реки с надеждой после омовения получить исцеление души и тела. Великое чудо и знамение, описанное в Библии, может увидеть множество людей. Каждый из паломников рад тому, что может быть причастником этих событий и приобщиться благодати того, кто крестит Духом Святым. Каждый паломник увозит домой драгоценную водичку с Иордана, а вместе с нею благодатные впечатления. На этом на сегодня все. Продвижение канала зависит от ваших лайков и комментариев. Если вам не понравилось видео, или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!